Представляю вашему вниманию бойца в синем углу клетки. Ему 23 года, рост 175 сантиметров, вес 57,2 килограмма. Это его профессиональный дебют. Его стиль Панкратион из города Черкесск, Карачаево, Черкесия. Амир Саточиев! А вот его соперник в красном углу клетки. Ему 22 года, рост 160 сантиметров, вес 57 килограммов ровно. Его профессиональный рекорд. 3 победы, ни одного поражения. Его стиль – вольная борьба. Из города Грозный, Чеченская Республика. Адам Алиев! Рефери в октагоне Ашот Ашукян. Интересное противостояние. Адам Алиев, непобежденный боец, как профессионал, базовый борец, тоже с хорошими навыками, против Амира Сучиева, который сегодня дебютирует в лиге. Ну и он, наверное, все-таки больше боец именно ММА развивался. Ну, по сути говоря, Панкратион это и есть тот самый ММА с небольшими отличиями. В зеркальных стойках работают спортсмены. Амир Сучиев левша. Попробовал пробить плотный мидлкик, поменял стойку. Адам Алиев очень приземленный, стойка у него, он еще ниже, да, садится. Это, конечно, подручно как раз проходить в соперника. Ну, ну и при этом такая маленькая цель, в которую надо еще попасть. Да, ну и вряд ли он, наверное, будет прямо сейчас это делать. Еще секунд 30-40 поработает в стойке. Когда ты на первых же секундах переводишь и весь поединок, да, планируешь именно бороться, тяжело физически приходится. И поэтому, как правило, бойцы откладывают это где-то на вторую, третью минуту раунда. Ну, всегда, да, надо готовить. Мы нередко тоже видим бойцов, которые то ли на эмоциях, то ли потому, что нет опыта, может быть, нет каких-то навыков еще. Они что удары бросают без подготовки, что пытаются бороться без подготовки. Это, естественно, не срабатывает. Ты силы вроде тратишь, а эффективность не очень высока. Туда надо расслабить, присмотреться. Время есть в любом случае. Торопиться особо некуда. То есть посмотреть, как реагирует. Да. Соперник. Слева сейчас хорошо, кстати, Сатучиев зарядил. Да, и при этом слышим команду, что не прижимайся. Вот, да, сразу же поднырнул под боковой, прошел в обе ноги и очень легко перевел поединок в партер. Как мы и предполагали, на исходе второй минуты, сейчас уже дальше будет стараться развивать свои сильные стороны в этом противостоянии Адам Алиев. О, посмотрите, как сейчас он удушающий прием выходит. Или нет? Нет, это просто контроль скорее. Ну и Амир сейчас заблокировал руку соперника, левую пока не получается остановить, поэтому прилетают удары эпизодически, но с другой стороны и Адам сейчас позицию не улучшает пока. Просовывает свои удары Адам Алиев. Из-за того, что как раз таки приходится просовывать, они не самые, конечно, тяжелые. Ну так еще хорошо блокирует, потому что подставляет локти, подставляет предплечье. Амир Сатучиев не пропускает чистых попаданий. А, и вот сейчас слышим, подсказывают как раз Амиру, что оттолкни и вставай по сетке. Ну, вот задатки для того, чтобы оттолкнуть, есть. Если бы, наверное, не сетка за спиной, может, даже можно было бы попытаться перебросить, да, но здесь тяжеловато.
Ох, локоть, да. Хороший еще один. Если вот первый блок пришел, то второй до цели дошел, судя по всему. И очень активен. Этот граунд и паунд. Постоянно, постоянное давление, постоянные удары от Алиева. Не останавливается. Он практически не дает ни секунды вздохнуть сопернику. Причем, что мне нравится, Адам, он зрячая, обдуманно действует. То есть он действительно ищет бреши в обороне у соперника. Он видит открыт корпус, пробил туда. Естественно, заставляет соперника опустить руку пониже. Да, ты опустил руку, открыл голову. Прилетай, тебе удар вот туда прилетит сейчас. Вроде бы прописные истины, но они очень действенны, эффективны. Но это говорит о том, что есть интеллект. Соображает, здраво рассуждает. Он не просто драться вышел, а вот именно... на спортивное. Ну, то есть, да, есть план, есть понимание того, что ты должен делать. Ну, тогда вот просто боковой в корпус и локтем он закручивает при этом, да, обводя именно блок, пытаясь пробить в голову. Ну, и очень спокойно завершает этот раунд. Адам Алиев, я думаю, без вопросов нет, что к нему он ушел. Теперь посмотрим, что во втором раунде, в первую очередь, ему соперник предложит. Хочется отметить, что в перерыве максимально спокойная была обстановка в углах. То есть, надо сказать, что и Амир Сатучиев легко дышал, не было какой-то паники в глазах, не хватал ртом воздух. То есть, да, как бы не сложился первый раунд. Да, оказался в партере, ничего. Да, болезненный был удар, и так даже поморщился сейчас Адам, его пропустив. Да, очень слезки, неприятная внутренняя часть бедра попал. И еще один. Вот это прочувствовал сейчас Сатучиев. Конечно, он сейчас будет целиться туда. И вот... Ой, здорово, да, молодец. Туда, с разворота, попытка перевести, достать расплох как раз-таки соперника. Но предугадал это. Действие был к этому готов Алиев. И еще раз даже, да. Останавливает. Ну, борец, он не только сам переводить умеет, он, конечно, здорово защищается. А сам вот атаковал сейчас, да. Атаковал, да, и контратака чуть не получилась у... Сатучиева. Пока заблокированы оба у сетки. Оттягивает одну ногу. Вот. Удушающая попытка, но... Не, очень динамичная борьба сейчас началась. Очень динамичная борьба. И тут еще, знаете, шея такая короткая у Алиева. Ее чуть тяжело поймать. Вот, смотри, как Сатучиев хорошо попал. Получается, да, здорово. И снова он пытается доминировать. Ну и Алиев тоже зажегся. Он пытается отвечать. Хотя вот сейчас чуть-чуть притормозил. Мне кажется, ребята просто через три передачи перескочили, перешли на повышенные обороты. Потому что сколько они добавили активности. И здесь уже теряет все-таки Сатучиев позицию. Спину забирает Алиев, и это как раз-таки выгодная для него ситуация. Конечно, нужно сейчас немного перевести дух, потому что много сил потратили бойцы, когда вот эта перемена позиции постоянно, да? И ой-ой-ой, попался и отпустил попал. При этом, да, его сейчас. Но тут же Мал, а удержаться удастся ему на этой позиции как раз-таки. Здесь сетки нет, которая мешала бы перекинуть через себя. Очень неплохо разворачивается, да, дает спину, но при этом избегает более опасного положения, пропускает колено по корпусу Амир Сатучиев. Ну и Алиеву тоже, кстати, подсказывали, перейди в боковой контроль.
удары один за другим накидывает Адам Алиев. Опять хороший удар коленом по ребрам стороны Алиева. Не отпускает он соперника. Вроде бы так вот в комочек собрался Амир Сатучиев, но дальше ничего и не следует. Локтем назад попробовал пробить. Одна нога заправлена, а вторую, конечно, сейчас вот так вот в комочек сжался Сатучиев, не позволяет ему полностью взять под контроль Алиеву спину. Ну и при этом и руки ему тоже заблокировал. Не получается пробивать, отвлекать внимание. И нет, все-таки, да, затянул на себя. Ноги заправлены. И здесь есть попытка выйти на удушающий прием. Время тоже есть, но вот улучшить позицию. Видно, что делает акцент на этот удушающий. Конечно же, контролирует руки соперника Амир Сатучиев. Ну и заправить ноги тоже не позволяет должным образом. А вот сейчас вроде бы был близок к тому, чтобы завести руку под подбородок, но пока сопротивляется Амир. Да, полностью перекрылся. Вот здесь, ну, нужно подготовить, конечно же, нужно размягчить. А вот через руку, ну, опять-таки, здесь тяжело. Несколько раз так плечом пытался подтянуть еще Алиев, для того, чтобы улучшить позицию. Ну и, да, срывается захват ногами. И он попробовал вроде бы перейти, такое ощущение, что на болевой на ногу. Не сложилось, заканчивается у нас второй раунд. Динамики прямо очень много, и это очень здорово. Ну и перешел в гард Алиев, да, классный раунд. Второй раунд, наверное, гораздо более яркий и интересный, чем первый. Снова Алиев. Борьба Алиева пока что определяющий фактор в этом противостоянии. Заключительный раунд. И очень интересно посмотреть, как будут развиваться события в нем. А здесь колено в прыжке начинает Амир стучит. Ну так, мне кажется, просто работа на публику больше. И пока без активных действий. Хорошее попадание. Да, и вот сейчас мечат из угла Амира, чтобы шел вперед сам, чтобы работал агрессивнее первым номером. Боковой подхват и так вот пронес через половину клетки Адам Алиев своего соперника. Работает сейчас хорошо. Пробивает боковые, перекрывается в свою очередь Сатучиев. Мы видим. Но оборона уже практически глухая. Да, и уже команда от рефери «Защищаемся» прозвучала. Нужно добавлять активности. И тут же, конечно, Сатучиев на это среагировал. Алиев опять пытается уронить.
исходные вернулись. Чуть приподнимается Тучи. Тяжело ему вот это вот давление сдерживать. Как будто вот плита тебя сверху давит. Который еще периодически тебя и бьет. Да, ну и мы видим, что это достаточно много насыпает ударов. Адам Алиев, пусть они многие в блок приходятся, но от этого, я вам скажу, не менее неприятно. Ну, поднялся сейчас обратно в стойку. Амир Чиев. Вопрос, надолго ли? Ненадолго. Да, ненадолго. Снова Алиев уложил соперника. Сейчас он в гарде. Локтем снизу, нет, не попал все-таки. Сукучиев несколько раз пытался. Да, ну и там, конечно, уже срывает голос тренера Амира. Говорит, все, просто выложись, не надо не закрываться, просто побей. Ну тут сложно это все сделать, когда вот так вот действительно тебя прессингует соперник, не дает особо ничего сделать. И корпус, голова, работа идет. Сохранил вот эту расчетливость Адам Алиев, спокойно выполняет свою работу и минимизирует риски для себя. Подсказал Хамзаев сейчас, оттянись и пробей Алиеву, и он это сделал. Причем находит еще бреши в блоке Алиев и туда вот прям пропихивает перчатку. Еще оттягиваясь, бьет. Нет, ну молодец. Сил, конечно, намного больше Адам сохранил. Он как-то плюс там вот этот динамичный раунд предыдущий. А здесь и эффективный раунд. А, все. Остановка, я так понимаю, или нет? Да. А там какое-то повреждение получил. Судя по всему, какое-то повреждение. Крови нет. Закрытое, что ли? О, ухо. Вот, да, там да, прямо да, налилось да, кровью да. Там. Повторный перелом уха, наверное. Да, повторный перелом уха. Да, ну и тренер вышел как раз к Амиру. Сейчас такого приободрил. Ну, все где-то к тому и шло. Потому что, да, отличный раунд. Второй парни выдали, мне кажется, Амир Тучиев выложился по максимуму. Ну а дальше уже все-таки, как мы говорим, борьба за решало. Да, и заслуженная, уверенная, красивая победа Адама Алиева, с чем мы его поздравляем. Ну и, конечно же, Амиру Сукучиеву тоже скорейшего восстановления. Не получился у него дебют, ну и вообще нужно признать, что для дебюта у него очень серьезный соперник был. Рекордом 3-0. И уже... И с высококачественной борьбой. Да, да, очень высококачественная борьба, очень высокий бойцовский интеллект. Так что, я думаю, мы совсем скоро увидим Алиева. И, конечно же, хотелось бы его посмотреть на фоне более такого мастеровитого соперника. При всем уважении, конечно же, к Амиру Сукучиеву.
Дорогие друзья, ввиду неспособности продолжать поединок бойца из синего угла, в третьем раунде на 4 минуте 24 секунде техническим нокаутом победу одержал Адам Алиев!